Ложимся на спину. Довольно подушку. Этот современный КТ-аппарат в мобильном госпитале появился совсем недавно. Его для диагностики сотрудников приобрела компания «Полюс». Компьютерная томография позволяет сделать точное и всестороннее обследование. На снимках хорошо видно, насколько глубоко вирус поразил легкие. Новый интерфейс у него, дополнительный планшет для лаборанта, который может это делать дистанционно от своего рабочего места. С хорошим программным обеспечением, возможность делать различные спектры исследования. Цифровая диагностика на таком томографе занимает всего 20 минут. У большинства пациентов мобильного госпиталя в Еруде коронавирус проходит бессимптомно. Но особенность инфекции такова, что болезнь может очень быстро перейти в тяжелую форму. Поэтому важно ее выявить как можно раньше. Компьютерная томография зарекомендовала себя как наиболее визуализирующий метод именно диагностики ковидной пневмонии. Потому что рентгенологически не всегда мы можем увидеть картину, которая показывает на пневмонию, в то время как на КТ изменения уже существуют. Именно поэтому было принято решение организации здесь и создания установки компьютерного томографа. Мобильный госпиталь на территории золотодобывающего Олимпиадинского ГОКа военные развернули несколько недель назад. Лечат пациентов медики ФМБА, в этом им помогает современная техника. Здесь есть все необходимое оборудование. Помимо лаборатории, это и аппараты ИВЛ, и рентген, теперь и современный компьютерный томограф. Да, ковидная пневмония, которая выявляется у пациентов, она не выявляется на рентгене. Руководством компании было принято решение о закупе высокоэффективного компьютерного томографа, который позволит уже на ранних стадиях заболевания выявлять эту вирусную ковидную пневмонию и впоследствии назначать, соответственно, эффективное лечение уже на ранней стадии. Вирус проник на территорию Олимпиадинского ГОКа в середине мая. На сегодня выздоровели уже больше 1000 сотрудников предприятия. Анастасия Тиль, Енисей, новости.